Полностью расслабься, пожалуйста. Полностью расслабься. Полностью расслабься. Сосредоточься на своих вдохах и выдохах. Полностью расслабься, пожалуйста. Твое тело расслабленное, приятно расслабленное. Тело полностью расслаблено. Вчувствуйся в то, как приятно расслабляются плечи. Плечи приятно расслабляются, очень приятно расслабляются. Плечи очень приятно расслабляются. Если бы их какая-то сила как бы тянула вниз. Плечи расслаблены, чувствую их вес. И сейчас чувствуйся в то, как расслабляется приятно затылок и шея. Чувствуйся, пожалуйста, в затылок и в шею. Затылок и шея расслабляются, очень приятно расслабляются. Чувствуйся в то, как затылок и шея расслабляются с каждым следующим вдохом и выдохом все больше и больше. Чувствуйся в то, как тело дышит. Чувствуйся в свое дыхание. И представь себе, что с каждым следующим вдохом ты все больше и больше настраиваешься на некий источник света, на некий источник теплого света, теплой расслабляющей энергии, которая лечит. Дыши медленно, медленно. Вчувствуйся в то, как на вдохе поднимается грудь и на выдохе опускается вниз. Дыши медленно, глубоко. Представь себе, что ты как бы настраиваешься на некий источник исцеляющей энергии. И на каждом вдохе все больше и больше соединяешься с этим божественным источником, с неким абсолютом, с некой основой всего бытия, всей жизни. Дыши медленно, глубоко, дыши медленно, глубоко, спокойно, глубоко. И представь себе, что с несколькими следующими вдохами будет тělo огромным, как тělo гиганта, просторным изнутри. Просто представь себе, что с несколькими следующими вдохами станет тělo огромным, как тělo гиганта. Руки и ноги будут широкие, как самые широкие туннели. Черепная коробка будет огромная, как некий зал, как некий космический зал, которого стены как бы сверкают. Представь себе, что грудная клетка тоже огромная, как некий космический зал, которого стены сверкают.
na vdoche padni majeca groť, na vydoche a puskajeca vniz. Nastrajevaj se a pažalsta na nieký bažestvený istočník sveta, na istočník isceliajúšej energie. Niekoj čistoj energie. Predstav si, že to vdycháš samý čistý vzduch, ktorý kakdalíbo prenímalo tvoje telo. I v mieste sa tým vzduchom vchodit v tebe nieký svet, niekaja isciliajúšaja energia iz samovo mošnovo istočníka, když je medleno hlubako. Dýši medleno, hlubako. Сейчас, пожалуйста, внутренне настраивайся на то, как будешь дышать толку ртом и быстро. Внутренне на это настраивайся, что начнешь скоро дышать толку ртом и очень быстро. Настраивайся на это, что скоро будешь дышать толку ртом и очень быстро. Когда начнешь дышать ртом, то эта божественная энергия будет просто втекать в тебя, входить в тебя и наполнять тебя любым способом. Будет копиться в тебе, будет накапливаться в тебе. Дыши еще медленно, глубоко. Готов се к тому, что начнешь скоро дышать толку ртом и очень быстро. И как будешь дышать быстро ртом, эта божественная энергия будет входить в тебя мощным потоком и будет копиться в тебе, как если бы она наматывалась на себя в тебе, наполнит полностью твое тело, твое сознание, все твое существо. Наполнит все твое существо, наполнит стены тела, наполнит подсознание, наполнит все твои кости, все твои органы, все клетки, как свет, как теплый свет, как божественный огонь. Готовься к этому. Эта энергия в тебя будет просто входить, может входить сквозь легкие, но может входить сквозь любую часть тела. Животом, грудью, может входить половыми органами или всей поверхностью тела, все равно. Эти места, куда она будет входить, могут меняться, может входить разными местами. И сейчас, пожалуйста, начни дышать быстро. Начни дышать быстро своим ртом. Дыши сейчас, пожалуйста, только ртом. Дыши только ртом. И дыши быстро. Дыши быстро только ртом. И представь себе, как тебя автоматически входит струя света, теплого света,
I pas vol etomu světu nakapiť sa v tebe maximálno, když i bez ľubovo nasília, ili usília, no když i bystro toľko rtom. I čustvuj, kak etot teplý svět kopiť sa v tebe. On skoro polnosťu naplnit tvoje nogi, tvoje ruky, takže tvoji stupni i ladoni načnut jak by gareť, svietiť sa jarko i gareť. On polnosťu naplnit črepnú karobku, takže galava bude svietiť sa jak slnce. Je to teplý svet polnosťu naplnit gorlo, grudnú klietku, polosť života, tas i palavé orgány. Vse tvoje telo načne svietiť sa jarkým svetom iznutri. I va tvojom tele nakopiť sa štoto typa bažestvenoj žary, bažestvenovo agňa, niekovo sviašenovo bažestvenovo agňa. Dyši, pažalsta, si čas toľko rtom i bystro. Dyši bystro, no bez ľubovo nasilia nad saboj. Dyši bystro, skoro ty pačustvuješ vibráciu etovo teplovo sveta dáže v končikách svojich palcev, v ladoniach, v stupňach nog, v jezde v čerepnoj karobke i hlubako v svojom saznání, v jezde v sibie, tvoje sušestvo, kak by naplnit sa niekým bažestveným agňom i načne odsvietiť sa jarko iznutri. Když je toľko rtom i čustvuj, jak je to teplý svět kopit sa v tebe, ja si čas napravľajú etot teplý svět priamo v tebe. Pozvol etomu teplomu svietu kapiť sa v tebe, kapiť sa v rukách, v ladoniach, kapiť sa v nogách, v stupňach, kapiť sa v oblasti táza, v palavých orgánach, kapiť sa v pazvanočníke. Pozvol etomu teplomu svietu maximálno nakapiť sa v čerepnej karobke, v grudnej klietke, v brušnej polosti. Pusť to teplý sviet kopiť sa v tebe. A zvolie mu ešte bolšie nakapiť sa. Je to agromná, svobodná energia. I s pomocou tej energie ti by ľahko bude jak by vystrliť sebe v akeán bažestveného sveta. V bytie bez vremení, bez ograničení. Čisté blaženstvo. I si čas gotov sa k tomu, jak ty jak by vystrelíš sebe na možnom vydoche, daleko v prostranstvo věčnosti i blaženstva, v prostranstvo světa, v akeán teplovo světa. Prosto gotov sa k tomu, gotov sa vnútrne k tomu. Gotov sa k tomu, jak ty vystrelíš sebe
v nějaké prostranstvo absolutného blaženstva, hlubokého blaženstva. Gotov si jaké tomu. I tam ty budeš prosto parit v nějaké nevysomosti. Gotov si jak tomu, jak ty vystrelíš sebe v to prostranstvo blaženstva i věčnosti, v tu bezkonečnost, kde budeš prosto parit v nějaké nevysomosti. I budeš dýšat očeň medleno tolko nosom. Gotov se, pažalsta, k etomu. Gotov se k tomu, jak vystrelíš sebe v to prostranstvo. I sejčas, pažalsta, vystrelí sebe v to prostranstvo. Si čas dyší tolko svým nosom, dyší tolko svým nosom, tolko nosom i očeň medleno, očeň medleno. I včustvuj se v to sestajání plného rozslabení sebe, plnoj svobody. Představ sebe, že tebe okružuje věčnost i bezkonečnost. I představ si, že to věčnost i bezkonečnost, jak bys se sledujícím vdochom i vydochom naplnit tebe i znutri. Naplnit tebe to, že i znutri, jak by bude pranízevat ta boju skvoz na skvoz i stěnami těla. Полностью расслабься, представь себе, что ты в некой невесомости, в некой космической невесомости. И с несколькими следующими вдохами и выдохами пусть расплавятся в тебе все иллюзии твоего ограничения, любые иллюзии твоих границ или твоего ограничения. Представ себе, что с каждым следующим вдохом и выдохом ты чувствуешь себя все более и более свободно. Все более и более свободно во всех отношениях. Ты можешь сейчас расплавить все свои оболочки, все ограничения, все представления о себе, все ограничивающие представления о себе. С каждым следующим вдохом и выдохом ты все больше и больше чистое бытие, без ограничений, без любых ограничений, без любых границ. С каждым следующим вдохом и выдохом ты все более и более чистое бытие без любых границ, чистое сознание. Ты можешь естественно принимать любые формы. Ты можешь прочувствовать себя в любом облике. Дыши очень медленно, представь себе, что энергия бесконечности и вечности тебя окружает, но она тоже наполняет тебя изнутри, она пронизывает стенами тела, она пронизывает стены твоего тела, она и внутри, она в твоем сознании, она и вокруг тебя. И сейчас представь себе, что с каждым следующим вдохом тебя как бы все больше и больше втягивает в себя некий абсолют, некое начало всех начал. И
ty s každým sledujším vdochom vše bolše i bolše přibližuješ se k etomu absolutu, k samoj hlubokoj suti bytia. Vše rovno, jak to počustvuješ, počustvuj to po svojemu. Сейчас твое сознание принимает огромную силу, новую жизненную силу, полностью восстанавливается. Представь себе, что ты сейчас отдыхаешь от всего, в том числе от времени, от нормального пространства, от гравитации, от формы. Отдыхаешь от всего. От всего. Твое сознание получает огромную новую силу, новую жизненную силу. Все твое существо сейчас получает совершенно новую жизненную силу. Дыши очень медленно, толку носом, очень медленно. Представь себе, что тебя окружает вечность, бесконечность, и энергия вечности пропитывает тебя сквозь насквозь, наполняет тебя, проступает стенами тела. Она и в тебе, и вокруг тебя. Полностью расслабься, представь себе, как тебя как бы втягивает в себя некое начало всех начал, абсолют, источник всего бытия, всей жизни. На каждом следующем вдохе этот всемогучий источник жизни тебя как бы втягивает в себя огромной силой. Все равно, как это почувствуешь, твое сознание как бы опять соединяется с этим источником. Сейчас готовься опять к тому, что начнешь дышать очень быстро толку ртом, чтобы накопить в себе еще больше свободной энергии. Сейчас ты будешь копить эту энергию в себе в 100 раз легче, потому что ты находишься в мощном соединении с неким божественным источником. Готовься к тому, как будешь дышать быстро. Будешь дышать быстро, толку ртом. И как начнешь дышать быстро, будешь наполняться с огромной скоростью светом, теплым светом, неким божественным огнем. Начни, пожалуйста, дышать опять быстро, своим ртом. Дыши опять быстро своим ртом. Дыши быстро толку ртом. Дыши быстро толку ртом. И представь себе, как некий насос принимаешь в себя огромное количество божественного огня, божественного света, божественной энергии. И дай этой энергии накопиться в тебе еще гораздо больше. Сейчас копится эта энергия в тебе в 100 раз быстрее, в 100 раз легче накопится в тебе.
дыши быстро ртом, и вчувствуй са в то, как в тебе копится некий божественный огонь. Этот божественный огонь копится в тебе. Этот божественный огонь копится в тебе. Эта энергия как бы наматывается на себя. Эта божественная энергия копится в тебе. Вчувствуйся в это. Вчувствуйся в то, как этот божественный огонь копится в тебе. Копится в твоих руках, ногах. Копится в ладонях. Ладони начинают буквально гореть, светиться. Чувствуй, как этот божественный огонь копится в ногах, как все твои суставы начинают светиться, как ступни ног начинают гореть, светиться мощным светом. Чувствуйся в то, как этот божественный огонь копится везде в твоем теле. Везде в твоем теле. Позволь этому божественному огню копиться во всех клетках. В ядрах всех клеток. Пусть все ядра клеток начнут светиться, как некие солнца. Пусть этот божественный огонь накопится мощно в позвоночнике, в тазе, в половых органах. Пусть мощно накопится в животе, в грудной клетке, в горле и в черепной коробке. Дыши быстро, толко ртом, дыши быстро, толко ртом. Пусть этот божественный огонь копится в тебе, пусть копится все больше и больше. Пусть этот божественный огонь копится в тебе все больше и больше. Скоро начнет все твое существо светиться, как бы ослепительным светом. Скоро ты почувствуешь мощную вибрацию этой чистой энергии даже в руках, даже в ногах, даже в пальцах, везде в себе. Дыши быстро ртом, позволь этому божественному огню копиться в тебе, позволь ему копиться в тебе все больше и больше. Позволь ему копиться в тебе. В тебе копится огромная энергия для того, чтобы выстрелить себя в некую бездну блаженства и чистого бытия. Еще дыши ртом, еще накапливай этот божественный свет в себе. В тебе копится огромная энергия, которая тебе позволит с легкостью выстрелить себя в бездну блаженства, в бездну чистейшего бытия, абсолютного блаженства, в некое пространство свободы, пространство теплого света. Готовься сейчас к тому, как ты на мощном выдохе как бы выстрелишь себя в это пространство света и блаженства. Просто готовься к этому. Готовься к этому выдоху, с помощью которого ты как бы выстрелишь себя в эту бесконечность, в это пространство бесконечности, свободы,
gatov se, jaké tomu vydocho. Gatov se, jaké tomu možnému vydochu. I si čas vystrli, jak by si byla v to prostranstvo. Když je očень медленно толко носом, очень медленно, i včustvuj se v etu bezkonečnost v sobě i vokruh sebe. Včustvuj se v etu bezkonečnost v sobě i vokruh sebe, v etu blaženstvo v sobě i vokruh sebe. Čustvuj se v to sestajání blaženstva i bezkonečnosti. Představ si, že ty jak by paríš v někoj věčnosti i bezkonečnosti. Čustvuješ to sestajání věčnosti, lehkosti. Představ si, že s každým sledujícím vdochom tebe vše bolší i bolší vsasuje v sebe nějaký absolut, nějaké načalo všech načal. Vše rovno, jaké to pocítuješ, když je očень medleno, očень rozslábleno, když je očень medleno, očень rozslábleno. Když je očень medleno, očень rozslábleno. Představ sebe, jak na každém vdoche tebe vsasuje v sebe nějaký absolut. Nějaká sredina bytia, centr bytia. Někoje načalo, něký istočník vsevo bytia. S každým sledujším vdochom ty vše bolše i bolše vasajdeňáš se s etím prvoistočníkom. Představ si, že to sa sledujšími vdochami polnosťu rozplávit sa vreme a vokruh tebe a i v tebe. Ty polnosťu oddachňoš od tečení a vremeni. Predstav sebe, jak ty si čas glubako oddycháješ, ty si čas očeň glubako oddycháješ od vsevo,
Ty můžeš sebe představit, že to si čas odechneš od všech představlení a sebe, které tě mohly ograničovat. Ty stanovíš se jak by čistou věčností, čistým bytím bez granic, bez vremení. Představ sebe, že to si čas odechneš, dáže jak by od samého sebe, od svého ograničeného já. Můžeš sebe představit, že to tvoje ograničené já si čas rozplavit se, roztvarit se, jak kusok sachra v okeáně blaženstva i světa. Vše rovno, jak to počustvuješ. A staneš se tolko ty, jak okeán, jak bezgraničný okeán, naplněný samým hlubokým blaženstvom i ľubovou. Samým hlubokým pokojem. Sečas v tebe vchodit savěršeno nová žízněná síla. Od někoho prvoistočníka. Přímo i z někoho prvoistočníka v tebe vchodit mocná síla, ogromná žizněná síla. Vstanavlivá tebe plností ve všech odnošeních. Ta síla vchodit v tebe a vstanavlivá tebe plností ve všech odnošeních. Když jí očeň medleno tolko nosom, očeň medleno. Představ sebe, že to si čas odechneš, jak by od všech svých obaloček, od všech ograničení. Je to očeň prijatné sestajanie. Ty můžeš několik raz povtarit v svém saznání oddychaju od vsevo očeň hluboko. Na vdoche oddychaju od vsevo i na vydoche očeň hluboko. Vygovaruješ to tolko v svém saznání. Jdeš jak by v sastojání čistého bytí a čistého blaženstva. Все твои силы сейчас восстанавливаются.
Jestli čas a pět gotov se k tomu, jak budeš dýchat bystro svým rtom. Когда начнешь дышать быстро ртом, то сейчас в тебя будет входить просто огромная божественная сила в невероятном количестве и будет копиться в тебе как самый жгучий божественный огонь, как ослепительный свет. Готовься, пожалуйста, к тому, как опять начнешь дышать только ртом. Будешь дышать только ртом. Готовься к тому, как будешь дышать только ртом. И начни дышать опять ртом. Начни, пожалуйста, дышать опять ртом. Дыши опять ртом. Сейчас ты копишь эту божественную энергию очень легко и очень быстро. Дыши ртом. И почувствуй, как эта божественная энергия входит в тебя. Это некий теплый свет. Потоки теплого света. Она может входить сквозь любые части твоего тела. Ртом, сквозь половые органы. Может входить всей поверхностью тела. Может входить прямо в грудь, в живот. Все равно. Дыши очень быстро только ртом. Сейчас эта божественная энергия входит в тебя невероятно быстро и легко. Позволь этому божественному огню копиться в тебе. Позволь ему копиться в тебе. Вчувствуйся в то, как этот божественный огонь копится в тебе. Как наполняет руки, ноги. Как наполняет все тело, все сознание, все уголки твоего существа, твоего сознания. Скоро начнется все твоего существо, как бы светиться. Скоро все твое его существо будет как бы светиться изнутри мощным светом. Скоро все твое существо будет светиться изнутри, будет наполнено божественным огнем. Даже как бы почувствуешь некую жару везде в себе, даже в ладонях, в ступнях ног. Ладони будут раскаленными, ступни ног будут раскаленными. Чувствуй, как тело наполняется божественным огнем. Все твои клетки наполняются божественным огнем. Чувствуй, как все тело начинает светиться изнутри, наполняется ослепительным светом. Все равно, как это почувствуешь. Тело огромное, просторное, наполняется ослепительным светом. Пусть даже все твои кости сейчас наполняться ослепительным светом. Все твои суставы пусть наполняться ослепительным светом. Пусть все твои кости будут как бы из некого божественного огня. Пусть этот божественный огонь накопится во всей голове. Пусть накопится во всем твоем сознании. Пусть войдет во все уголки твоего сознания. Пусть этот божественный огонь накопится в пальцах рук и ног. Пусть этот божественный огонь наполнит все участки твоего тела. Пусть наполнит все участки твоего тела. Еще дыши, пожалуйста, быстро ртом. Чувствуй, как прямо из божественного первоисточника в тебя сейчас течет огромная сила. Просто огромная сила, колоссальная сила. Эта сила наполняет все части тела, все части и уровни твоего существа.
совершено все уровни твоего существа. Пусть этот божественный огонь как бы разливается во все уголки твоего существа, твоего тела и сознания. Сейчас копится в тебе огромная сила, и с помощью этой силы ты легко выстрелишь себя в эту бездну бытия, в бездну блаженства, в полную свободу. Дыши быстро, толко своим ртом. Дыши быстро, толко своим ртом. Пусть этот божественный огонь копится в тебе. Еще дыши быстро. Пусть этот божественный огонь копится в тебе, пусть копится в ступнях ног, в половых органах, в тазе, пусть копится в ладонях, в обоих ладонях. Пусть сильно накопится в обоих ладонях, в обоих ступнях, в половых органах и в тазе. Пусть он сильно накопится в позвоночнике, везде в тебе. И готов се опять к тому, как на мощном выдохе как бы вистрелиш себя в некую бездну блаженства, в некую бездну божественного света и блаженства, в некий океан света, теплого света. Готов се к этому выдоху, готов се внутренне к этому выдоху, готов се, пожалуйста, к этому выдоху, готов се к этому выдоху и сейчас как бы выстрели себя в эту бездну. И дыши очень медленно, только своим носом. Очень медленно, только носом. И представь себе, как ты как бы паришь в некой невесомости. Тебя окружает энергия вечности, вечность, бесконечность. Представь себе, что твое тело сейчас легче воздуха, оно как из вибрирующего воздуха, и оно безграничное. Представь себе, что твое тело безграничное, и оно как из вибрирующего воздуха и блаженства. И представь себе, что энергия вечности сейчас проникнет глубоко в тебя, проступит стенами тела, проникнет глубоко в тебя, наполнит тебя изнутри. Дыши очень медленно, толко носом, очень медленно. Твое тело безграничное, безграничное. И оно как из вибрирующего прозрачного воздуха. Руки и ноги как из вибрирующего воздуха. Представь себе, что все тело сейчас как из вибрирующего теплого воздуха. Как из сверкающего воздуха, который вибрирует. Пальцы рук и ног как из вибрирующего воздуха. И представь себе, что вечность наполняет тебя и окружает тебя. Она в стенах тела, она в тебе, она вокруг тебя. Дыши очень медленно. И представь себе, что с каждым следующим вдохом тебя все больше и больше втягивает в себя начало всех начал, абсолют. Некий божественный, абсолютный источник всего бытия. Все равно, как это почувствуешь.
в себе, что ты как бы паришь в некой невесомости. Все твое тело как из вибрирующего воздуха, как из теплого воздуха и блаженства. Дыши очень медленно. Сейчас представь себе, что на каждом вдохе ты как бы втягиваешь в грудь, в середину грудной клетки огромное количество любви. Это самая глубокая любовь, абсолютная любовь, самая сильная любовь. Вместе с теплым светом ты на каждом медленном вдохе втягиваешь в середину груди эту любовь из самых высоких источников. И на выдохе пусть эта любовь как бы распространяется на все стороны. Ты можешь представить, что во время твоих выдохов эта любовь течет во всех твоих близких, в твоих детей, во всех твоих близких. И течет во все, во всех людей, во все существа, которые сейчас нуждаются в помощи, в поддержке. Пусть они где угодно на земле или где угодно во Вселенной. И дыши очень медленно и глубоко, очень медленно и глубоко. С каждым следующим вдохом и выдохом ты чувствуешь себя все больше и больше существом чистой любви и существом невероятной силы. Кто любит, тот непобедим во всех отношениях. Представь себе, что на каждом вдохе ты втягиваешь в себя как бы из абсолюта, из самых высоких источников. Чистую любовь, огромное количество самой сильной любви вместе с теплым светом. Как бы копишь эту энергию где-то в середине груди или просто в грудной клетке. И на выдохе пусть эта энергия течет в пространство вокруг тебя. Она течет прямо во всех твоих близких людей, наполняет их, помогает им мощно в этот момент, меняет их жизни к лучшему, потому что это самая мощная энергия. Ты можешь почувствовать, как эта энергия течет каждое существо, которое сейчас нуждается в ней. Дыши очень медленно, только носом. Можешь выдыхать ртом, если хочешь. Твое тело огромное, оно легче воздуха, оно как вибрирующий теплый воздух. Все твое тело как бы состоит из вибрирующей энергии, из сверкающей энергии. Все твое тело как бы состоит из некого блаженства, из глубокого блаженства. Все твое тело состоит из блаженства. Представь себе, что твои руки и ноги окружает вечность, бесконечность. Твои руки и ноги как бы окутаны вечностью и бесконечностью, окружены вечностью и бесконечностью. Твои руки и ноги как бы плавают в теплой энергии вечности, бесконечности. Все равно, как это почувствуешь. С этого момента ты будешь все сильнее и сильнее с каждым твоим следующим вдохом.
tak eto i jest. Se toho momenta ty budeš vse lehče i lehče pomagať astálnym sušestvám i svojim blízkym. S každým sledujším vdochom se toho momenta ty budeš vse lehče i lehče pomagať všem astálnym sušestvám, tak eto i jest. Se toho momenta ty budeš lehko rozvívat vše sposobnosti tvojej duši. I sa sledujšími vdochami i vydochami ty jak by vzvršaj sa opět v to místo, kde začala se ta meditácia. Когда ты вернешься из этой медитации, то твое сознание и тело будут наполнены совершенно новой жизненной силой, огромной новой жизненной силой. Возвращайся в нормальное состояние, пожалуйста. И после того, как откроешь глаза, как ты встанешь, твое тело и сознание будут наполнены огромной жизненной силой, совершенно новой жизненной силой. Возвращайся в нормальное состояние, вернись, пожалуйста, в нормальное состояние и открой глаза.